и в этом положении задержитесь ненадолго. Потом передайте на следующие два пальца. Задержитесь ненадолго. На следующие два, потом на другую руку. Другую руку тоже. Задержитесь ненадолго. Задержитесь. Почувствуйте, что вот в каждом положении шарик устойчиво держится. Для этого можете, чтобы проверить себя, потрясти рукой немножко. Если он не выпадет, значит все хорошо. Держится. При этом ладошки старайтесь держать открыто. То есть не сжимайте так, потому что иначе у вас не будет ничего казаться. Ладошки открытые и шарик между двумя пальцами. И в обратную сторону точно так же даем. Так интересно. У кого нет шарика, пожалуйста, соседи, делитесь друг с другом. Потом переставляете. Сюда подставляешь 4 пальца, сюда ставишь большой палец. То же самое, просто поменяли местами. Понятно? Всем понятно как? Да, все правильно, только еще поднимай ее. Поднимай. Да, 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 да. Отлично. Она нашла себя. Если тебя выгонят из вуза, ты знаешь, чем ты сможешь зарабатывать на жизнь. Я могу в этот момент мантры петь. Нет, надо же убрать. Подставляешь. Классно. Получается у всех? Нет. Здравствуйте, меня зовут Константин Иванов. То, что вы видели до этого, это пространство-балкон. Сегодня здесь проходит ресторанный день в индийском стиле. Вечер под названием «Ешь, молись, люби». Несколько мастер-классов, индийская еда и куча народу. Спасибо большое. Нога, смотрите, чистая, со сколками. Мяу. Это первая правка. Так, можете попробовать. Сейчас я сделаю лежание. Опа. Так, мне нужен человек, кто на меня наступит. Боря, наступи на тебя. Кто может? Ты еще. Так, дайте еще маленькую пенку, чтобы встали они сверху. Помоги, пожалуйста. Сейчас найдем. Давайте. Ложись спокойно. На тебя ложиться или стоять? Встань, двое встали и все. Да, вставайте оба. Борь, сильно не обнимайтесь. Нормально, смазьте оба. Так, теперь одного человека, один встает, но его держите. Ты вставай. Держите его с двух сторон, чтобы ему ровно было. Точно? Давай. Он толстый. Сходи.
Куда входить? Леха, удобно. Ты уже делал это, Надя? Да. Это безопасно? Что любой человек просто может встать, ничего страшного? Там для тебя зависит. Мне легче. Готовим, да? Мне проще. Я сначала легла. Я не спрашивать будешь. Может, я хоть кого-то спрашивал? Мы будем делать это на празднике, на масле. Он живой еще? Он, да. Да. Приезжайте 21-го в Приютино и можете... Сейчас с ножечки полетишь, фини кто-нибудь. Совершенно безнаказанно. Совершенно безнаказанно. Держи. Сейчас еще один бутерброд будем делать. Как ощущения? Привыкаем, кажется. Главное не войти во вкус, а то там... А то спать после этого не сможешь ни на чем другом. Так, нужна будет помощь придержать тот. Так, ручками ее держи. Так, девушку. Вот это. Так, подержите ее стоя. Так, а Ваня со стороны. Попробуй снять это, Саша. Вставай. Молодец. Нет. И? Сейчас. Ну, снял? Да. Молодец, слазь. Вставай. Она выйдет. Больше, да, лопатками. Она лопатка. Зато теперь спине-то хорошо стало. Да? Очень хорошо стало, когда спине отмерзли. Почувствовал разницу? Да. Вот такая была просто... Такой было...
интересное ощущение. Человек почувствовал разницу. Как легко сидеть? Приветствую. Меня зовут Светозар. Ну или Александр, вернее, Александр или Светозар. Вот это все. Это мои мероприятия. Те, которые я провожу, те, с которыми я живу. На самом деле эти мероприятия — это моя жизнь. На самом деле я уже просто с ними слился кожей. Я с ними просто живу уже душой. Ну, я уже, можно сказать, сплю на них и живу на них. И кошка тоже этим занимается. Вот это моя кошка, которая просто... Этим все сказано. Мне нравится делать свободным себя. Я так освобождаюсь. Помогать другим в освобождении. Что приносит стекла, гвозди, ножи людям? Они, можно сказать, служат прививкой антистресс. То есть человек боится, у человека страшно по жизни, он не может куда-то двигаться, полежав на стеклах, на гвоздях, на ноже. Ему же просто будет уже другое что-то не страшно. Он может просто вспомнить, что было. И, как говорится, ему после этого уже на самом деле будет двигаться дальше. Ну, все, всего доброго. А я знаю, кто будет кидать. Вот подруга же. Вот и кидай. Сама, прости, пожалуйста. Прости, вот и посмотрим, как какие подруги. Кидай. Ну да. Да? Да. И потом мы кидаем, а потом выше. Ай, сейчас на заезд хотел резкие движения поделать. Интереснее правда. Нет, не прикидываю. Даже страшно с ней. Хорош. Нет, ладно. Вот спите. Я была только пока в Вьетнаме. Говорим, что всякое не было. Я решила, что нам все не поедет. Все-таки осуществится. Мне даже так получилось, что ребята поехали, и они остались там вообще без денег, без всего, и не успели на свой самолет обратно. Там сняли дом, здравствуйте, так, сейчас был дом, там была трехкомнатная, гостиная, спальня, там две ванны, то есть три ванны, да, море. Курс, ну да, 600 рублей, 600 рублей за день, здесь по 200 рублей с человека, там, например, было. Домой все бежим. Ну, прикольно было. Домой бежим. Вообще очень здорово, так сорваться просто. Да. В саду. Так она. Сейчас, конечно, Камбоджа тоже заедет. Я же подавилась.